фойе первого этажа Московского художественного театра академического имени Горького. Такой современный театр. Модерн. Широкие лестницы, громадные раздевалки, все из гранита, из мрамора, окна в пол громадные. В ту сторону шумит бронная. Стенд посвящен Дунаевскому. Неизвестный мхатовец Дунаевский. История времени Исаака Дунаевского. Вглядитесь в эти образы. Тщательно сделанный грим. Вот это перевоплощение. Фойе второго этажа. Тяжелая этой радости, смеетесь надо моя глупая! Шкафик мой, родной! Столик мой! А без тебя тут няня умерла. На царство небесное мне писали. И Анастасий умер. А Петрушка косой от меня ушел. Да, теперь в городе у пристава живет. Дочка моя, Дашенька, вам кланяется. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Сейчас уеду, некогда разговаривать, но даем двух-трех словах. Вам уже известно, Вишневый сад ваш продается за долги. И на 22 августа назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно, выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше имение находится только в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога, и если Вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом аренды под дачи, то вы будете иметь, самое малое, 25 тысяч в год дохода. Пускайте дальше передний. Мы отстали, по крайней мере, лет на 200. У нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому. Мы только философствуем, жалуемся на тоску, или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое. А искупить его можно только страданием, только непрерывным, необычайным трудом. Поймите это, Аня! Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом. Я уйду, даю вам слово. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер! Как хорошо вы сказали! Верьте мне, Аня, верьте, мне нет еще 30, я еще молод, я еще студент, но я уже столько вынес. Как зима, так я голоден, болен, беден, как нищий. И куда только судьба не гоняла меня, где я только ни был. И все-таки в каждый миг и днем, и ночью душа моя была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его. Восходит луна. Да, восходит луна. Вот оно счастье, вот оно подходит все ближе и ближе. Я уже слышу его шаги. Если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие.
Опять эта Варя. Возмутительно. Что ж... Ну, посмотрите, хата. Здесь восхитительно пахнет кофе. Вот такая... Такой интерьер интересный. Туристический. Все в духе 80-х годов. Бедная моя хорошая, не вернешь теперь.